трудную минуту, сейчас дети взаимно помогают, нас за нами ухаживают. Да. Также и у сына есть сноха, тоже заботится о нас. Марат, мне срочно нужна девушка со знанием языков. Сейчас много девушек знают языки. Какой тебя интересует? Старо-татарский. Старо-татарский? Это что за язык-то? Несколько сотен лет назад жил такой народ, татары. Они сейчас вымерли. Впервые слышу. А что это за очередь? Где? Это? Они здесь на принудительном лечении. А что они лечат? Они считали, что в отношениях вкладывают больше, чем их партнер. Так мне тоже туда нужно пойти. Я могу это сделать? Да, конечно, все оплачено.